Одесская филармония приглашает на праздничный концерт. Под чутким руководством заслуженного артиста Украины Игоря Шаврука прозвучат композиции Римского-Корсакова «Шахерезада», «Ученик-чародея» Поля Дюка. Произведения Роберто Марина впервые будут представлены на сцене филармонии в звучании симфонического оркестра и саксофона в исполнении лауреата международных фестивалей и конкурсов Анны Степановой. Программа очень интересная, можно сказать, сказочная. Это большой праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню. Просто немножечко позже он будет происходить. В исполнении саксофона прозвучит произведение Роберто Марина, итальянского композитора, моего друга, скерца, а также латинская партита итальянского композитора Роберто Марина. Нас связывает с ним многолетняя музыкальная дружба. Мы познакомились много лет назад на фестивале в Италии, и с тех пор каждый год я получаю от него музыкальный подарок. Партитуру того или иного музыкального произведения. Мне всегда приятно и интересно работать с Аней. У нас уже в этом году, в этом сезоне, это уже третья программа, третий концерт, который мы делаем совместно. Она, во-первых, очень интересную программу всегда представляет. Сейчас мы будем исполнять две пьесы итальянского композитора, которые посвятил ей, и даже на одной написал моей музе, Ане Степановой. То есть это персональный, так сказать, подарок этого композитора. Концерт пройдет при поддержке почетного жителя города Одессы и Одесской области Сергея Кивалова. Подготовка к культурному событию длилась несколько дней, и уже 13 марта зрители смогут услышать и прочувствовать настоящий праздник. Музыканты уверяют, именно так звучит «Одесская весна».